Двое детей пострадали в ДТП в Иркутской области. Инцидент произошел вечером 18 сентября в поселке Усть-Ордынский. 62-летняя женщина за рулем Хонды не выдержала безопасный боковой интервал и столкнулась с Тойотой. В последней иномарке находилась 29-летняя женщина и трое детей. Двоим из них понадобилась медицинская помощь. По факту происшествия проводится проверка.